Вот, молодец. So today is Marco's party. Marco is my Italian friend and he's leaving Russia. He's been here for 5 years and he's leaving in a week's time. So he's organised a party for his friends to basically say goodbye, and he's hired a cottage and stuff like that. So the thing is, what he doesn't know is that we've booked his favourite Vladimir music group to come and play there. So while he's going to be in the banya with his friends, not knowing that when he comes outside, his favourite musicians are going to be here playing his favourite songs. So it's going to be really cool. Right now I've made a bit of a mistake, and instead of realising that the band obviously going to need a big van to be taken to the destination in, I've come in my car, and they were obviously there's no room, so we're hiring a car now, a van to take everyone to the destination, and we're messing around on my electric scooter while we're waiting. But it's going to be a really good day, so I think we're going to have fun. It's going to be really cool. So Marco has no idea that this is happening, and the group are setting up behind us now, and everyone's kind of just waiting for them to get ready, and then Marco is being held captive in the banya by Lukas and by Mauro, so he's probably like thinking, what the hell's going on? We've been here for like an hour and a half and just getting frustrated. Probably wants to get out and see his friends. He's got no idea that we're planning this surprise for him, so it's pretty funny really. Поймал. Сейчас ты камеру разобьешь. Quanti coesivi? Quanti coesivi? Saremo prima fila, però fatemi prendere aria perché guarda sono vestito io. Sto per sorte. Ma quella birra da portare fuori. Vabbè, allora ci beviamo una birra. Possiamo andare a casa? Dai. Let's go home. Yeah? Let's go. Dai. Еще не видели сегодня? Ну, здорово, что у тебя есть такие друзья, которые устроили такой сюрприз. Мы сказали, что мы еще видимся, правильно? Ну, обязательно, конечно. Вот, и так и есть. Даже после того, как ты отправишься в Италию, мы все равно обязательно увидимся. Ну что ж, друзья, занимайте удобные места для того, чтобы... Послушайте, то, что мы сегодня будем вам петь. Будем петь песни, которые придумали сами. Это на русском языке прозвучат. И будет много кавер-версий различных песен, которые были придуманы другими исполнителями на английском языке. Вопреки всей логике, мы сейчас будем петь песню, которая называется «Доброе утро». Такая жизнерадостная, весенняя, я бы сказал, песня в последний день бабьего лета. Вот. Сегодня нам повезло с погодой, сегодня нам повезло, что можно вот с друзьями так вот встретиться на открытом воздухе и устроить такой open air. so strong. And as I still walk on, I think of things we've done together while our hearts were young. I'm walking in the rain, tears are falling in your pain, wishing you were here by me. Марко, мы сегодня все собрались для того, чтобы не отпускать тебя, но ты собрался. Будь любезен, расскажи, как ты сам себя провожаешь, что тебя впечатляет. Уже лучше. Но сейчас понимает вопрос. Как сказать, это сложно, честно говоря. Ну, я 5 лет живу здесь. Ну, очень много мучился, видел, жил, ну не знаю. Учился со мной, конечно. Конечно. Много людей знакомы здесь. Ну, видел очень хорошие люди, которые играют прекрасную музыку, которая вообще, это мой любимый группа Владимира. Да. Интервью, да. Онлайн. Ну, продолжим выслушивать остальных гостей, которые как бы должны все-таки сказать в свою очередь напутственные слова своему другу, соратнику, сотоварищу, сожителю, чуть не сказала. Тоже очень рад познакомиться с Марко. Мы знаем друг друга не так давно. Ну да. Прям подружились. Очень хороший человек, на самом деле. Жалко тебя провожать. Ну да. Вот. Ну, желаю, конечно, чтобы там в самом месте все было круто, все было хорошо. Но все равно ты знаешь, что я обратно буду, да? Да. Особо с тобой. Всегда приезжай, всегда рады. Да. Будет. У нас есть маленький подарок. Но я не готов, я могу сказать. Марко до меня. Мы и ругаемся, и смеемся. И... Надо сказать, что я с Лукаш приехали в Россию. Вместе, одновременно. Ну, разница пару месяцев. Я его шофер, я его на работу завожу, да. Поэтому это серьезные дела. Привет! Что это? Трусы? Это не... Это сначала начнем, чтобы тебя узнавали, что ты в России, короче, это... С гербом. Да, с гербом. Ну как все как положено, сборная России там... Надо одеть, надо одеть, надо одеть! Давай, давай, давай! Одевай! Надо, одевай, одевай! Надо так! Еще один большой подарок тоже, но его надо, наверное, аккуратнее уже. Да. А, на чай, да? О, круто это! Это прямо чай-чай такой. Вообще, я это всегда любил, и у меня никогда не был, честно. До сегодняшнего дня. Сегодня есть уже. Молодец. Да. Ну надо обновить, налить. Знаешь, надо делать так. Давай. Обновить, обновить. Вот так. Провери, я налью. И потом пить. Так. Да, по-английски. Ребята, спасибо большое. Я почти забыл сказать спасибо, потому что у меня большие эмоции. Он не привык говорить спасибо, он просто берет. Давай. Вот. Эмоции, но спасибо большое. Очень красивый подарок. Это точно придется, потому что в Лондоне, в Англию холодно. Ты не скажи, что здесь холоднее, Марко, я не верю. Работать в город, с которого приехал. Но реально. Круто. Нотингем. Марко. Смотри. Раз, два, три. Нам надо еще... Я не хочу, чтобы ты уезжаешь, блин. Ты хороший человек, очень хороший. Мне очень нравится с тобой. Один плюс это за то, что ты уезжаешь в Ноттингем. Да, это мой родной город. Знаешь, вот да, это не как ты просто уезжаешь где-то, да, куда-то, да. Я тебя по-любому, конечно, вот еще раз вижу, да, встретимся, конечно. Вот. Просто мне жалко, честно, жалко, что ты уезжаешь, потому что ты хороший человек. И... Ну что, он остается с нами? Ну, знаешь, что получается, к сожалению, вот приезжают сюда хорошие люди и уезжают потом. А плохие остаются. Это мы, блин, Сэм, спасибо. Я не сказал, что те, которые остаются, плохие. Я просто сказал, что... Просто сказал, честно, что вот познакомиться с хорошими людьми, а потом они уезжают, да? И так жалко, потому что вот это, получается, познакомиться с людьми, дружиться, а когда уже станет так близки, один из них уезжает, да, вот так получается. Мне так жалко, ты хороший человек, мне очень нравится с тобой общаться, ты просто классный, да, ты смешной, вот, и буду очень скучать по тебе, реально, буду очень скучать. Вот. Ну, ребята, я что-то не сказал, это... Если не был ты сейчас, этого не было бы, да? Тогда вот это как... А если вы не были здесь, это не было. Реально, я хочу сказать вам все спасибо за прекрасный подарок, который я вообще не ожидал. Я вышел из бани и был такой в шоке, потому что это, ну, ты знаешь, моя любимая группа, и вообще очень рад видеть. Я рад за тебя. Нет, нет, но это мы все вместе сделали. Тоже, а ты тоже, Кристина, украдешь от нас, тогда, знаешь, вот, вы оба уезжаете и... Я оставил брат. Ну, брат будет это. Не уезжай, не уезжай, никуда не надо. Бурбон, граф у нас нет, зато есть бурбон. Мауру, знаете? Мауру, знаете? Кристина! Мауру работает с нами. Кристина, делай фото, пожалуйста. На здоровье. На здоровье. Сэм? За здоровье. На здоровье. Мы будем по тебе скучать. И хороший тебе подарок. Это не повод. Я не пою. And more evil is in my blood. It's the place I love. No time for an explanation. Got no time to lose. Tomorrow night you'll find me sleeping underneath the moon. And more evil. Remembering that Jesus for sure. I'll write you the minute I get off the plane. Nothing but one single word. Come this morning or I'm going to say, I'm going to say. Now it's been almost 5 days. Would she have sent it by air or by rail? I hear someone coming this way. This must be it, yes it must be the way. Пожелать удачи, пускай она его преследует везде, где бы он ни находился, потому что такие люди хорошие обязательно должны дружить с удачей. Always be soldier for My friend Mauro behind me. Hello, Mauro. Yeah. How are you feeling, Marco? Very well. Yeah. Oleg, thanks for the concert. Thank you so very much. Tonight is a very special tonight because tonight we're saying goodbye to. We're not saying farewell. We say goodbye, right? Goodbye. Yeah. Goodbye. We say goodbye to our friend Marco, and hopefully. Look at that face, so big. I mean, I can hardly fit in there. Nonetheless, I think it's been a great concert. It's been a great night. Very good. It's been a great party. Yeah. Thank you so very much. Now we have time for bagna. Vai, che quando chiediamo l'aumento alla fine presento tutto. Michael.